Лукас Сухарев написал пьесу под названием «Ран» для скрипки, виолончели, бас-кларнета и фортепиано. Вот что он пишет. «Бег, суета, мелькание реальностей, попытка уцепиться, прочувствовать неуловимое, судорожный перебор вариантов. Что важно? Поиск другого, поиск себя, принятие себя». Невозможность углубиться, притормозить, разобраться, радость узнавания, вдох, предвкушение, болезненное, горечь ускользания, дрожь, новое дыхание, новое чувство, кайф, трепет, тревога, новые краски, снова новые краски, выдох, дым, круг, бег, суета, мерцание реальности. Лукас Сухарев. Thank you.